Так, минус 39. И сегодня я вам покажу, какой самый оптимальный угол установки на зиму. Ну, мало ли, тоже поспрашивали у меня периодически. Я замучился людям одно и то же рассказывать, поэтому покажу. Вот смотрите, это летний угол, солнце прямо на них лучи падают. Видите, шапка образовывается снега, постоянно нужно счищать. Очень неэффективный угол. Вот это 70 примерно градусов. Кто-то там педант может прикинуть, посчитать, сколько там точно, 60, либо 75. Короче, вот. А вон та почти вертикально стоит. И вот заметьте, на этой меньше всего даже изморози. А на монокристалле, который угол у них побольше, чем у этих, что-то где-то между вот этой панелью и вот этой, где-то посерединке находится, видите? Очень классно. Сравнение, надеюсь, вам поможет. У этих получается угол где-то примерно 80-85 градусов. То есть самый большой угол. Эти я специально ставил на зиму, чтобы у них и износ был, и потому что мне зимой нужно получать энергию. Я ничего делать в такой мороз не собираюсь. Это рискованно. И как мне там спросили, а насчет метелки ты долбишь панели в такую погоду? Я не долблю. Это очень как бы рискованно. Ну и проблемный элемент. Найдите его, ну, вот он, его видно. Видите, немножко как бы светлее, чем все остальные на панели. И это есть как бы сразу заметно. Вот этот элемент испытывает проблемы. Про эти проблемы я рассказывал на трансляциях. Можно, конечно, в детально, но это отдельно ролик надо снимать, сидеть, зарисовывать. Может быть, в будущем поделюсь более подробно, из-за чего это происходит. Но пока что большинство людей высказывает, вернее, свои домыслы. В общем, вот такой вот морозяка. Вот такое у нас небо. Вот такое у нас солнце где-то там за кумарами. Так что все, ветра нет. Тишина. А нет, вон пакетик, смотрите, или что там к дереву примотало. Немножко есть что-то. Но так идешь, его не ощущается ветра. И ветки, видите, не колбасят. Так что вот, вот это вам мороз. Вот это вам выработка, сейчас покажу. Смешная, конечно. Ну вот, на монопанели 100-150. Ну, в основном 170. Вот. Ну, в основном около 100-100 с чем-то. А на поле кристаллическом, видите, где-то 80-90. Это именно из-за того, что на поле кристалле больше, гораздо больше инея. А здесь у нас меньше инея. И угол у нас именно зимний, угол чуть побольше. Соответственно, моно зимой будет выигрывать. А поле проигрывать, если я не буду их счистить. И тут же аморфы. Аморфы, естественно, зимой ничего не выдают, поэтому я максимум, что делаю, с них снег периодически очищаю, чтобы было им легче пережить зиму.